Строительство детского лагеря в ущелье Мзиу Гумзавского района близится к завершению. Окончены мероприятия по подведению инженерных коммуникаций. Установлены окна и двери. На данном этапе рабочие заняты внутренними отделочными работами. Проводятся плиточные работы, укладка ламината и покраска стен. Основной фронт работ ведется в административном здании, где также будет располагаться и столовая. Фаза сейчас идет на внутреннюю отделку по всем 5 домам. И административное здание. У нас уже подключены и вода, канализация, электроснабжение, то есть все сети наружные уже полностью проведены, сделаны. Осталось только монтаж и эти работы, узконаправленные монтажные работы. Рабочие бригады закончили облицовку фасада. Теперь в перечень работ по проекту внесено благоустройство прилегающей территории. У нас сейчас 5 домов уже фасад полностью сделан, облицовка. Вот уже на днях хотим приступить к работам на большом административном здании, это по устройству фасада. То есть погодные условия подвели, потому что тут снег до сих пор не растаял, это чуть-чуть тормозит наружные работы. Как потеплеет, начнутся все наружные работы по благоустройству и уже подготовку под асфальт. Лагерь планируют сделать не только сезонным, а использовать его круглогодично. На днях там приступили к процессу газификации. Об этом в программе «Добрый вечер, Осетия» говорила и глава района Ванда Тибилова. На территории лагеря будут расположены административно-хозяйственные здания, спортивные площадки, амфитеатр, небольшие зоны отдыха. Одновременно в живописнейшем месте в комфортных условиях смогут отдохнуть около 150 человек. Анжела Кукоева, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.